В день премьеры в зале почти нет свободных мест. Чтобы посмотреть красочное шоу и получить массу незабываемых впечатлений, пришли не только гости, но и жители города. Главная особенность шоу – что не номер, то изюминка. Эквилибрист – так под самым куполом на голове, без страховки. Дрессированные поросята – так с футбольным мячом. Щекотали нервы публики и воздушная гимнастка, и танцующий медведь. Артисты легендарного цирка Юрия Никулина подготовили большую программу. Много животных, полная взаимосвязь с дрессировщиком. 12 непохожих друг на друга номеров. Здесь и медвежий аттракцион, и шоу попугаев и обезьян, и уникальная клоунесса, любимица юных зрителей Александра Зайцева. Это будет интересно даже самому искушенному зрителю. И снова вы смотрите, пришли к нам гости, их очень много, с детишками, и мы надеемся сделать так, чтобы это был для них праздник. Праздник действительно получился. Дети с восторгом делятся впечатлениями, а взрослые уверенно говорят, что лучшего представления еще не видели. Ну, цирк настоящий. Главное, что настоящий. Я знаю, что это титанический труд у циркачей. И то, что без страховки выступали, это было видно. Мне очень понравилось клоунесса, собачки, обезьянки. Я первый раз в цирке. За мои 47 лет. Мне очень интересно, очень понравилось. И я вижу просто, как понравилось моему внуку. Обезьяна кувыркалась. Ну и там делали приколы всякие. И потому что они смешные. Все лето цирк Юрия Никулина будет радовать вас и ваших детей. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В июне-сентябре представления состоятся в 19 часов, в июле-августе в 20:00. Располагается золотой цирк Юрия Никулина за Северным рынком у реки Анапка. Приходите, не пожалеете!